В выставочных залах музея представлены более 80 работ, выполненных в различных техниках. Это живопись, графика, батик, мозаика, витраж, квиллинг, декоративная штукатурка. Использование различных техник позволило участникам создать необычные работы. Здесь можно увидеть футуристические макеты зданий, а также точные копии культовых достопримечательностей, созданные будущими архитекторами. Нежные батики напоминают то подводные царства, то параллельные миры, созданные воображением художников. Техника маркетри, использованная художниками для создания пейзажных работ, позволяет по-новому увидеть красоту сочинских достопримечательностей. Студенты и выпускники кафедры архитектуры и дизайна являются призерами многочисленных конкурсов, таких как «Золотая линия», «Дизайн-дебют», «Сочи гостеприимный город», «Заводной апельсин» и других. Выставка будет работать до 18 июня.